Ну, это скорее отношение этих скрап-механиков после обновления. Всем утюг, с вами Глюк и Сорс. Здрасте, я тут хотел в лес пойти пописать, а этот дядя меня не пускает. Подожди, у тебя еще будет время пойти в лес пописать. Ребят, короче, создана хоррор-карта в скрэп-механике. Мне кажется, это просто офигенная мысль. Вот сейчас мы будем с Сорзом ее пытаться проходить. Я уже вижу, что все темно и страшно. Глюк, а тут карта. Я карта. В сундуке, глянь. Смотри, это, короче, дерево, да? Получается, да, нарисовано. Там кнопка, и к нему надо пройти. И там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кубиков. Что бы это значило? Мы ищем дерево с кнопкой, наверное. И у нас, видимо, сломалась машина. Ну вот, you are not welcome, есть надпись. Настолько хорошо сломалось, вообще, что колеса где-то в лесу остались. Просто я за рулем был просто, у меня ж прав нету. Так, ладно, хорошо, ищем дерево. Лё, есть много деревьев. Здесь очень много деревьев. Да ладно. Слушай, ни хрена себе, правда. Ой, ух, блин. А чё так до хрена-то? Ой, я, кажется, я нашел. Мы уперлись в край мира. Я нашел, чувак. А как? Рандом, вообще рандом. Это тупо блуждать в лесу, искать колбасу и всё такое? Да, я нашел, смотри, видишь? Прикольно. Луно центр. Смотри, она там отвинчивается. Кого? Оно отвернулось, прям вот эти вот штучки, они такие отвернулись. Там бункер. Ну все, конец. Оу. Не, это только первое начало, там куча их. Вот, мы типа вниз спустились такие. Ага. И в лесу такой бункер. Что-то свет не включился. Не, включился. Ну, плохо. Ну, возможно, карта тоже старая, поэтому у нас все темное. Но я думаю, этой карте это подходит, так что мы оставили темное все. О, что-то прям моргает все. Тут дверь. Оно осветило бочку, мне кажется, что она нужна будет. Ты спать не хочешь? Да, ты знаешь, нет. Смотри, особенно вот тут вот останки, по-моему, чьи-то. А, нет, не останки, это... Я прилег. Да, я тоже. Хорошо спится, да? Да, только вот это вот что-то... Ноги что-то сверху. Между ног мешается. Да. Знаешь, если бы тут было две сидушки заключёванных, было бы очень страшно. Кстати, смотри, а здесь матрасы не завезли. Ну да, потому что вот не надо нам соседей. Нам бы так между уютно. Прочим, это как-никак о детализации. Типа, что там в кровати такие, а здесь опачки и без матраса. Значит, ну, кстати, да. Ну, блин, не детализировано. Я вот сразу запускаю челлендж, и я сразу понимаю с первых кадров, типа, насколько классный челлендж. Потому что по детализации сразу понятно. О, тут когда тебя лампочки. Разбитая такая тачка ждет, ты уже понимаешь, что круто все. Смотри. Что там? Туалет. Что туалет нашел? Нет, ну, туалет, конечно, нет. Важен, а тут да. Ванная почему-то. Ванны? Да. Где ванны? А ты садился в ванну? Не. Ну правильно, там потому что нечего делать. Открой, пожалуйста, дверь. Так, ну допустим, ладно, пойдем сюда. Мы здесь, видимо, с тобой будем жить. Ну... Смотри, вот свет должен врубиться сейчас. Эту карту под землей я выживаю. Смотри, свет врубается. Он потихоньку врубается. Подожди, по одной типа? А он типа вкл-выкл, да? Как будто бы не хватает электричества. Ну типа да, что-то такое. О, блин, смотри, видишь, дальше пошёл. Прикинь, какая там фигня с таймерами сверху, наверное. Да вообще жесткая. Там реально он таймеры. Что-то есть. Ящик. Лутбокс! Подожди, это лутбокс с выживания. Какой нафиг лутбокс? Там просто... написано не входить. Не входи в этот ящик. Он... А, тут тоже ящик. Это плохой ящик. Почему? Не чем знаю. Чем тебе синий ящик не нравится? А, там... А это вообще голубой ящик. Синий. Голубой ящик. Он синий. Так, ну допустим, ладно, мы открыли. И что дальше? Тут больше ничего нет, да? Я просто думаю, комодики. Я думаю, это... Я не прошел, потому что жопа жирная. Так, ну я так понимаю, что здесь должны быть скримеры. Поэтому я сделаю игру погромче. Чтобы обосраться посильнее.
Вот так надо играть в хорроры, понятно? Молотка не хватает. Что делать-то? Ну, не знаю, что-то ищем. Здесь, скорее всего, где-то есть выход. Мы просто находим отсюда выход, видимо, и... Еще выключить этот кричащий голос робота, который здесь есть. О, я свет нашел немножко тут. Ну, смотри, тут уютно вообще. Мы могли бы здесь с тобой поселиться, жить. В подземном бункере. Смотри, сколько места. Мы вернулись. Такая жилплощадь и бесплатно. Смотри, ну блин, реально оно как-то на сенсорах сделано, смотри. Ну, ручка. Чувак, а тут указатель. Типа, пердуй туда. Вон, видишь? Указатель. Ну окей. Тут таймер с кружкой. Мне кажется, мы что-то тут не заметили. В смысле? Я понял, мы типа легли спать. Мы типа обошли все вокруг и легли спать. Жесть. И вот мы типа просыпаемся, а что тут дальше сейчас будет непонятно. Ну прикольно. Ну ладно, допустим. Ну короче, ночью встали такие, чувак, пить хочу. Есть водичка? Так. Бочка перекрасилась, была красной, стала синей. Подожди, тут страшно. Ящики появились внутри. Где? Вот ящик. О, нифига себе. Не было ящика. И тут ящика не было. Так, а ну вмыкай светло, мне страшно. Серьезно? А чё? Как же это все произошло? Собственно... Дверь не открывается. Может, кто-то сел в туалет, закрыл дверь? Страшно. Как вариант. На-на-на-на, тут еще одна бочка есть, которой не было. Красная. Что за ворот какой-то? Так, ну-ка я за тобой лучше пойду, я знаешь, что-то мне стрёмно. Вот красная бочка, она здесь была? Да, по-моему, была. Блин, вот этот вот свет, который за тобой ходит. С одной стороны, прикольно. Ну, здесь что... прям темнее стало, по-моему, да? Понимаешь, что у уровня как бы нету таких мест, где нет засвета, потому что ты бегаешь, у тебя постоянно включается свет. Вот этого тоже не было. Что это за кирпич сверху? Не знаю, таинственный кирпич. И здесь еще один был этот комод, его уперли. Кто упер в нашем бункере комод ночью? По-моему, кто-то его упер и подпер им дверь. А, кстати, да, возможно. Не, ну тут свет оживет. Мне кажется, что это... Так, вот кухня. Мне кажется, что это хоббиты. Вот свет. Вот смотри, тут поршень вот. Дымит, слушай! Вытяжка работает. Это вытяжка, да, просто там. У вас смотри, кнопка. Кнопка. Вы не было раньше. Да включи ты ее. Что за ней? О, чувак. А. Смотри, тут что-то за кнопкой. Какой-то рисунок. И это схематичный. Блин, а что это такое? Это так. Ключ? Это ключ. Какой ключ? Ну вон там за кнопкой есть сундук. И за кнопкой есть сундук? Да. Красный. Вверх на... Да. Направься. Кнопка, стрелочки, ключ. Да, это ключ. Ну вот мне тоже кажется, что это ключ. Это определенно ключ. Я даже не заметил. И смотри, бойлер кто-то упер, а? У нас теперь не будет горячей воды в бункере. Ну зашибись. Пс, вообще. По-моему, красная бочка просто... Я видел красную бочку, поставим, починим. Мы ж того, механики, наверное. И вот здесь, кстати, не было вот этого. Блин, мебель кто-то по ночам двигает. Стремно что-то. Это злой грузчик. Его не просят, но он двигает мебель. Да, вот только вы поставили все по фэншую, вы ложитесь спать, а он его сдвигает. Вот мудак сраный, а. Кстати, вот бочка от бойлера, что ты, кара, вот, смотри, аж две, красненькие. Где? Ну вот стоят. Так я кто-то разобрал еще, там кран сверху торчал вообще-то. Вай, в унитаз вселился демон. Угу. Нет, тут, так. Короче, ничего полезного нету. Так, пошли дальше. Блин. Ну, кровать, тут мы начали. Это наша спать. Кровать, мы отсюда пришли. Смотри, чувак взял и вот эти вот спауны, смотри, как вот на спаун посмотри, видишь? Тут еле просвечивает, что тут спаун есть. Ну да, постарался.
Не. Так, подожди, мы что-то пропустили, короче. Где-то какой-то проход открылся, скорее всего, а мы его не заметили. Вот туалет, вот. А, ну вот, смотри, тут, короче, показывается этот палец напротив двери, когда нам, типа, нужно лечь спать. Я все понял. А, то есть он просовывается сюда? Да. А, ок. Все, вот мы с тобой легли. Блин, мимо нас этот спаун, не спаун, а финиш пролетел. Видел? То есть он финиш сверху? Он сверху вниз на нас падает, типа пролетает, я видел текстурки. Ладно, допустим. Твою мать, перестройка. Сколько? Опять грузчик за свою работу взялся, мудень. То, что было энное количество лет назад. Чё ты путаешь? Так ты посмотри, стенку заложил. Блин. Реально какой-то... Что за прораб пришел? Злой прораб, короче, таскает ящики, мебель перемещает. О, твою мать! Я сейчас картонки испугался, что ли? Да. Я уже так привык, что здесь ничего не двигается. Это, наверное, да страшно смотреть. Да ладно, все же нормально. Да, блин, я не ожидал вообще. Я аж прям дернулся весь. Так, ладно. Наша задача, видимо, обыскать эти ящики. Давай вот только ты первый пойдешь. Изи. Все видели, да? Мы пришли на кухню. Вот кухня. Ну, свет на кухне, как всегда. Ты смотри, видишь, что перестроил мудила, а? Подожди. Вот просто на ночь оставили его. Что здесь за достройки, я не понял. Ну, вот еще я этот ящик. Мы, короче, их все обы... Классно. Он сломался? Нет. Тут что-то откуда-то упало. Ну ладно, типа, окей. Допустим. Типа мы обыскиваем, короче, ночью все вот эти вот ящики. И на это уходит целый день. О, подожди, монетка валяется. Не забрать ее, жалко. Какая монетка? А, я понял. Монетка для механиков. Ну, это скорее отношение этих скрап-механиков после обновления. Че оно орало на меня? Оно орало на меня. Какая-то козлиная голова. Ну да, но она орала на меня. Я что-то как-то не привык, что на меня какая-то хрень летит. И ты хочешь в туалет сделать, а уже по пути все сделаю. Ну да. В смысле, подожди, а туалет в другом месте вообще стоял? Вообще в другом месте стоял. Оно меняется. Ну отлично, я туда не пойду. А ладно, чё ты писаешь? Я вообще Глёк. Вот до усрачки боюсь хорроров, если честно. Глёк. А, ну да, типа спать, всё. Ложись. Смотри, у тебя она рука не сдвигается? Нет. А у меня на тебе голову чешет? А, да, не надо мне голову чесать. Фу. Ну, коробки вначале я пересрался больше, конечно. Ну, а тут начали появляться какие-то фигнички. Так, ну это интересно. Это интересно. Сначала нас такие, типа, успокоили вообще, там, познакомились с локацией. Чувак. Одна кровать. А проснулись-то мы на одной кровати? Уснули в разных, проснулись на одной. Надеюсь, я лежал сверху. Сраный прораб две кровати унес, понимаешь? Капец. Надо что-то с этим делать. Так. И еще двери замуровал. И выход замуровал. Смотри, через который мы сразу вошли. Возле туалета, если страшно. А, ну в общем удобно, да. Так и было вначале. Он обратно все вернул. Он, короче, перестроил, потом подумал, не, ну нафиг. Короче, подумал, обратно. Что ремонт не удался. Блин. Страшно. Выключай. Ну тут ничего нет. Ну это так. Пойдем. Это декоративная комната. Налево или направо? Наверное, направо. Тут вообще кухня вроде была. Ну, не знаю. Она каждый раз меняется. Кухня. Здесь нету уже кладовки, кстати. Свет можно. Да. И кладовку замуровал. Так. Вот мурло. Так. А ну, пошли сюда. Так. Ой, уточка из стены торчит. Посмотри. А еще комната. Текстурки над ней странные какие-то. Что там? Ой, здрасте. Fuck you. Кажется, нас сожрали. Да? В смысле, это все, что ли?
Что? Что? Это все? Нам кобзда, да? Ну, ну, видимо, нас сожрала вот эта вот черная тварь, которая вылезла, я не знаю. Ребят, ну, как бы прикольная задумка, но реализация, мне кажется, немножко хромает. То есть надо как-то, я не знаю, больше, что ли, скримеров, может быть, чего-то. Ну, знаешь, там было на том уровне два скримера. Вот эта козлячья голова и какой-то красный чувак, которого мы даже не заметили, потому что ты сказал, я туда не пойду. Тут знаешь что? Тут нужно делать какую-то такую штуку, что типа ты пытаешься, например, найти кнопки, да, вот типа обычный какой-то вот челлендж с кнопками, но при этом вот в это все вставлять скримоту. Тогда это будет работать, мне кажется. Потому что вот сейчас мы просто вообще больше ничем не занимались, просто ходили и изучали все. Но... Вот. А так ты был бы занят, ты был бы в процессе, ты был бы мозгом отвлечен и не ожидал бы скримера. Так было бы интересно. Скажем так, я вообще вот как бы... Сомневаюсь, что кто-то еще такое построит, так что автору респектос. Ну, как бы да, на самом деле. Но я бы сказал, развивай дальше эту идею, было вообще здорово. На этом все. Заходите на канал Сорза, подписывайтесь, ставьте лайкусы, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого хоррора. Страшно, выключай. Вот, и всем удачи, всем бобра. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.